Магазин повышенной емкости на 60 патронов в калибре 5.45. Неплохо. Господи, сколько он весит вообще? Ну, снаряженный порядка 800 грамм будет весить. Но это сильно меняется баланс, да, оружия? Ну, естественно, он меняется, то есть чудес-то не бывает. Но там, где есть потребность большой плотности огня, то есть это пользуется довольно большой популярностью данные магазины. Ну это вот как хобби на РПК засунуть, да, ну условно. Да, да, грубо говоря, так же, да. Это ваши разработки. Данное изделие мы патентовали, то есть мы являемся производителями. В принципе, не только это. А вот эти маленькие, это для чего? Это для пистолет-пулемет, нет? Это, да, калибр 9x19. На гражданском рынке у нас представлена Сайга 9, ВПО 185, ну, еще ряд производителей производят карабины под данные калибры, и, соответственно, магазины эти туда подходят. В варианте исполнения для силовых структур данный карабин называется пистолет-пулемет «Витязь». Mm-hmm. То есть данные магазины тоже туда подходят. Ну и вот есть как... двойные. Ну, спарка, да. То есть... Это чтобы не скручивать изолентой. Да, 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 да. Технологичное решение, когда два магазина можно между собой соединить и, соответственно, очень быстро произвести перезарядку. Mm-hmm. Вот. Также производим магазины, ну, на, скажем так, вражеское оружие М-16, в гражданском варианте АР-15 карабин называется, на 30 патронов, на 45 патронов. А там это получается уже вот эти веселенькие рукоятки. Тоже, да, да, да. Рукоятки на АР-платформу, рукоятки на АК-платформу. А, ну вот же она здесь как раз стоит. Рукоятки на АК-платформу. Есть вариант у нас на рукоятки прорезиненной. То есть у нее верхний слой прорезинен, что позволяет очень комфортно в руке держать. Из довольно свежих наших рукояток это как раз вот модульная рукоять, в комплекте которой идет три передних накладки, три задних накладки. Давайте, давайте я вам сюда покажу. Да, абсолютно верно, да, правильно говорите. То есть вот как раз здесь установлены разные накладки. Здесь прямая, да, здесь у нас одна выемка есть под пальцы, здесь, соответственно, у нас две. Да. И обратите внимание, то есть задняя накладка тоже, она разная по конфигурации, то есть можно подобрать под свою руку наиболее оптимальный вариант. Площадка по высоте регулируется, вот регулировочный винт, подобрали, выставили, и, соответственно, у вас надежный подпор под руку. Если нет необходимости в подпоре, то есть можно просто установить заглушку, ну и, соответственно, чтобы никакая грязь в рукоятку не попадала. Я Казаков Игорь, хозяин компании «Павган». Компания наша известна тюнингом, то есть это пластиковые компоненты для оружия.